пешеходный переход возле автостанции и районной больницы в станице Северской в скором времени станет регулируемым. Трехлетнее письменное обращение Госавтоинспекции Северского района в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края увенчались успехом. По мнению большинства жителей станицы, светофор здесь просто необходим для разгрузки движения, особенно в утреннее и вечернее время. Светофорный объект оснащен специальной кнопкой для пешеходов, включат его в самое ближайшее время.